Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые студенты, слушатели. Меня зовут Наталья Хохлова. Лекция первая. И обратная ветвь альтампернной характеристики диода. Итак, перейдем к первому вопросу. В лаборатории цифрового образования преподаватели имеют возможность записывать свои лекционные и практические занятия и встраивать их в онлайн-курсы РГППУ. Я многократно говорила и писала в своих статьях о существующем цифровом разрыве. Так вот, эта лаборатория, этот формат уже убирает этот разрыв и позволяет разговаривать с нашими студентами в этом сложном ВУКа-обществе на их языке, в их формате. И наши курсы будут намного интереснее теперь для ребят, которые будут видеть новые информационные технологии в своем обучении. Если наша молодежь привыкла к такой форме подачи информации, значит, нам приходится идти за ними